Если вы помните, в одном из наших сюжетов на канале ИП мы рассказывали вам о гашенной монете казахстанской, которая была зачеканена. Мы хотим продолжить эту тему, но немножко переместимся на фалеристику. Перед вами гашенные медали. То есть вот один из видов гашения медалей, как вы видите, это пробные оттиски. То есть на каждой медальке идет по два оттиска разных медалей. Тут, допустим, прокурорская и за выслугу лет, здесь МВДшная и военная медаль. Вот эти медали, фактически, они пробные оттиски, и они погашены. То есть здесь, видите, они тоже точно так же, как на той монете, идет зачекан. И вот здесь, смотрите. То есть это все, что негодно для использования, но для того, чтобы предотвратить это попадание и использование в носке, это специально погасилось. И вот еще одна медаль. Сложная медаль ведомственная. Таким же образом, то есть ее уже не перечеканивали другими вариантами, ее просто загасили. То есть она с двух сторон. Здесь она гладкая, просто под прессом ее расплющили, здесь загасили все изображение. Оно с трудом различимо, в отличие от тех медалей. И существует второй способ. Это разрубание испорченных медалей, разрубание заготовок. Вот перед вами те самые варианты разрубания. Вот пожарная медаль разрублена. Вот медаль таможня разрублена. Вот полиция за выслугу лет, то есть 15 лет, вот смотрите. Ее просто разрубили на прессе ножом. И вот медаль военных. Тоже ведомственная медаль, тоже точно так же разрублена. То есть это сделано с целью того, чтобы медали, которые имеют какие-то небольшие дефекты, вот допустим здесь, вот если вы обратите внимание, дефект ушка идет, плохой прочекан ушка. То есть это все гасится и уходит в переплавку. Тем самым не попадает к населению и, соответственно, не происходит его носка. То есть, видите, существует два основных вида гашения, которые производятся на монетном дворе. Впереди много интересного. Не забудьте.